Перед стартом очередного сезона футбольные клубы по традиции проводят встречи со своими болельщиками, на которых поклонники могут вживую увидеть своих любимцев, пообщаться с ними, сфотографироваться, а также взять автографы. Можно также расспросить футболиста о чем-нибудь. Например, о чем-то таком, о чем мы, журналисты, не написали. Вот и для футболистов ЦСКА вопросов заготовили немало. Среди них были и серьезные, и смешные, а отвечал на многие из них Евгений Гинер. Я разговаривал с болельщиками, я разговаривал с моей семьей большой, а вы говорите отдуваться. Наоборот, я рад и счастлив, и то, что там больше вопросов было ко мне, я всегда говорил о том, что я руковожу, все вопросы ко мне, а вот все остальные за спиной. Поэтому, наверное, больше, может быть, каких-то приятных или неприятных вопросов было ко мне. Потом все желающие смогли подойти к команде, собравшейся в полном составе. Игроки с удовольствием делали все, о чем их просили. Подписывали шарфы и плакаты, фотографировались с болельщиками и болельщицами, рассказывали о своей футбольной жизни. Не секрет, что фанатская любовь всегда заряжает позитивом. Поклонники ЦСКА тоже остались довольны. С некоторыми перекинулись парой фразами, то есть все доброжелательно настроены. Ну, вот действительно, тут такая атмосфера, вот болельщики и клуб, они вот все вместе теперь, единое то есть целое. Единое целое, да. И можно спокойно пообщаться с любым игроком, и это очень хорошо. Ну а команда тоже, как выяснилось, пребывает в неплохом настроении. Как обычно, перед стартом нового сезона все ждут только хорошего, и футболисты здесь не исключение. Прошлые неудачи забываются, команда в ожидании новых свершений. Они все были в разном состоянии, потому что кто-то вернулся раньше, кто-то позже, кто-то играл в сборных, кто-то не играл, поэтому очень разнородное было состояние. Вот, поэтому на протяжении всех учебно-тренировочных сборов мы пытались привести к единому знаменателю. Естественно, сделать это очень сложно, потому что не так было много времени. Но в любом случае нам уже совсем скоро стартовать, поэтому если какие-то у нас проблемы в состоянии и остались, то они уже должны будут нивелироваться по ходу первенства. Все, ждать осталось совсем недолго, каких-то пару дней. С чистого листа начнется очередной сезон премьер-лиги. И первый по системе осень-весна. И стартовый тур мы увидим уже в эти выходные. В нем ЦСКА проведет свой первый домашний матч против Ростова. Наталья Соломатина, Виталий Савин. Чемпионат ТВ.